Видео не является призывом действий. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Ролан Морозов. И если вы зарабатываете или там пытаетесь зарабатывать в криптовалюте, вы, естественно, знаете, что многие проекты перед тем, то есть не многие, все проекты перед тем, как залиститься на биржах, проходят либо лаунчпад, либо голосование. Ну, так или иначе, они как-то проходят какую-то кастинг, чтобы попасть бы на бирже. Ну, на примере на Binance вот это выглядит сейчас так. Вот прямо сейчас идет лаунчпад Arkham, да, что ранние инвесторы могут получить за очень-очень сладкую цену монеты. Точно такие же лаунчпады проходят на Bybit. Но сегодня я хочу вам показать, как можно еще да много-много заранее получить монеты, те монеты, что будут только будущими участвовать в лаунчпаде на биржах. И вот следующий лаунчпад, что, как говорится, должен пройти в ближайшем будущем на Binance, это Supra Orcales. И мы можем получить уже как ранние члены комьюнити тут токены. Это делается только и только для этого, чтобы популяризировать сайт, то есть их проект, и так они выращивают свою комьюнити. Скажем так, что на самом деле дается очень сладко и много монет всегда в таких проектах, потому что сначала мы получаем как фантики, потому что такого монеты, как Supra, еще даже нету в природе. Они даже токена не создали, но они уже нам их раздают. Так, к чему я? Если у вас есть информация, тогда вы можете заранее участвовать в таких, на их сайтах, собирая их так называемые токены, долго до этого, когда они выйдут на бирже. Это так было и на Архами, так и было на многих других лаунчпадах, что были на биржах. И вот сейчас есть такая возможность на Super Arcades. Единственное, что для многих это минус, или как я не знаю, как говорится, тут обязательно надо пройти верификацию. Почему это делается? Потому что это не какой-то тестнет, где можно делать миллиард, не знаю, мультиаккаунтов. А тут реально все сделано для этого, чтобы были бы только и только живые люди. И вот для этого нужна верификация. Не буду затягивать это видео, друзья. Кому интересно, собирайте на перспективу, потому что, ну, говорят, что он будет на четвертом квартале в этом году участвовать в лаунчпаде. Точно ли это? Я не могу это знать, и никто не может, кроме самих разработчиков и владельцев биржи. Так что, друзья, ссылка в описании, проходите. Сразу же первым заданием будет проходить верификацию. И после этого просто, видите, идем в раздел «Миссия» и вот проходим так миссию. Видите, у меня все пройдено. Вообще, ну, легкотня некуда уже больше. Они просто ознакомят вас с своим проектом, или как говорится. И через 4 дня у нас откроются новые возможности. Просто вот я вам покажу пример, какие были миссии. Вот такая миссия. Тут просто рандомно нажимаете, ничего страшного. Если неправильный ответ даете, просто дается новая возможность. Короче, тыкайте до тех пор, пока будет правильный ответ. И вот сюда вам будут добавляться такие звездочки и самого Супра. Участвовать, не участвовать, каждый решает самостоятельно. Тут есть еще реферальная программа. За каждого реферала дается 40 ихних таких звездочек, или как это называется, stars, вот звездочек. Что они дают? Я пока что не знаю. Надо изучать, но, скорее всего, из этих звездочек мы можем тоже потом поменять на Супра. Так что, друзья, вот такая у вас возможность. Интуитивно все понятно. Я прошел верификацию и получил свои первые токены уже на счет, проходя миссии. Друзья, ссылка в описании. Интересно, заходите. Если вам вообще интересно, чтобы я показывал бы вам такие ранние возможности, напишите в комментарии, потому что, ну,
Я молча один участвую, видите, у меня даже нет реферала. Я везде участвую спокойно, один получаю свой доход и, как говорится, деньги любят тишину. Ну, многие, конечно, начинают спрашивать: Рома, почему ты не показываешь? Ну, вот показываю вам еще одну из возможностей. Как он будет участвовать в лаунчпаде и после этого залистится, у меня уже будут опять же их токены. И если я их продам на первом свече, получу отличное количество денег. Друзья, ссылка в описании. Если это видео было вам полезно, ставим лайк, подпишемся на мой канал. И что я могу вам сказать? Зарабатываем честно и, главное, быстро. Участие тут абсолютно добровольное.